Приветствую всех на моем канале. Давайте сегодня делаем прогноз на следующую неделю. Смотреть буду, как всегда, на старших арканах, на своей старенькой колоде. Будем смотреть энергии следующей недели. Итак, давайте смотреть. Первое. Снимем. Финансы и любовь. А нет, финансы и работа. Любовь, семейные отношения, конфликтные ситуации, ссоры, влияние извне, здоровье. Итог всей недели и совет для вас. Это будет в последнюю очередь. Сейчас я зажгу свечку. Что-то как-то быстро прогорело. Бывают такие свечи, которые прогорают достаточно быстро. Бывает, так попадается. Так, давайте смотреть. Финансы, работа. Карта император. Ну, в сути, будете хозяином положения. Что касаемо денег, работы. Здесь может даже повышение быть по работе. Если вы ищете работу, то значит вы найдете работу очень удачную. С деньгами здесь будет у вас стабильность. Перспективы на следующей неделе. Финансы и работы очень хорошие. Будете уверенно чувствовать себя на рабочем месте. Знаете, как королем. Королем положения. А вот и ждет по императору повышение по службе. Перевод в какой-то новый отдел. Там, ну, что-то вот. Что-то на следующей неделе, смотрите, ждет хорошее. Давайте посмотрим любовь и семейные отношения. Карта Луна. Ну, здесь какой-то скрытый аспект, да, Луна. Что-то тайное. Непонятное, неизведанное. Давайте посмотрим, что же здесь с любовью, с отношениями. Луна. Что-то есть за вашей скрыто, за вашей спиной, да? Сейчас посмотрим на Таро. Знаете, смотрите, еще одна Луна выходит. Действительно, здесь какие-то ваши иллюзии. Знаете, как вы себя в чем-то здесь обманываете? Возможно. Вы ждете, да, кто-то ждет. Смотрит так вот в окно, с грустью ждет мужчину. Возможно, здесь был уход мужчины, да, кто-то в одиночестве. Но смотрите, все, Луна сменяется солнышком. Знаете, как-то третье лицо, возможно, было в ваших отношениях. Но здесь колесо судьбы, благодаря вашим каким-то действиям, поворачивается в вашу сторону. Смотрите, ждут изменения к лучшему в любви. Третье лицо. Мы здесь как бы не открываем, да, полностью суть. Но смотрите, здесь изменения в лучшую сторону. Две луны. Видите, как... Видите, мужчина, как какой-то праздник, как встреча, как приезд мужчины, как уход мужчины, возможно, от соперницы, если мужчина туда ушел, да. И вот эти вот обманы, вот эта тоска по Луне меняется у вас праздником в отношениях с мужчиной. Да, возможно, вот действительно какое-то, знаете, как открытие тайны какой-то идет. Возможно, у мужчины были проблемы с деньгами. Вот об этом узнаете. Что-то здесь вот. По вот этой королеве мечей, которая наблюдает за вами, да,
которое бы хотела бы ваше, но ничего не получится. Видите, десятка. Десятка. Вот смотрите, в следующей неделе вам открывается однозначно какая-то тайна по Верховной Жрице Луны, то, что было от вас скрыто. То, что мешало в ваших отношениях. Может, это вылезет наружу, да, вы не подозревали. Но здесь как наполненность придет и счастье. Тайна, она будет вот это вот у вас открыто ваших отношений, ваших каких-то личной жизни, да? Конфликтные ситуации на следующей неделе. Умеренность. Вы знаете, нет. Какая-то ждет тишина и спокойствие. Такая вот умиротворенность. Конфликтных ситуаций это уже хорошо. В прошлом, по-моему, конфликтной ситуации дьявол, что ли, у нас был. Да, по-моему, да. А здесь как-то, видите, переходит эта луна, как-то вот эта вот, да, вот эта вот темная какая-то энергия, она как отходит немножко уже. Но вот будет как бы конфликтную ситуацию, не буду рассматривать, все будет по умеренности. Так, давайте посмотрим, влияние извне будет ли. Карта Иерофант, смотрите, даже если оно и будет, то вы защищены. Будьте защищены высшими силами. Здесь, знаете, единственное, что вот как-то вот у меня тут идет, что не надо злоупотреблять алкоголем на следующей неделе. Какая-то неделя следующая будет все равно рядом луна, и вот эта умеренность, как-то во всем должно быть умеренность, во всем должно быть как-то, знаете, как правильно, что ли, себя вести, ну вот так вот как-то, да? Все по-правильному. Потому что умеренность и иерофант. Влияние извне у вас здесь не будет. Если и будет, то знаете, что вы под защитой. Не буду рассматривать. Давайте смотреть карту здоровья. Карта здоровья, карта смерть. Трансформация. Сейчас посмотрим. Ну, если кто-то болел, то здесь как идет излечение, изменение, да? Здесь даже кого-то беременность ждет. Знаете, кто-то, возможно, узнает о своей беременности на следующий. Видите, здесь вот женщина вышла, семерка пентаклей, она здесь в положении. Как известие в дом. Счастье. Вот это, возможно, и есть. Вот эта вот карта по смерти. Это как какая-то изменение, трансформация. Счастье. Со здоровьем и разрушение. Если что-то было у вас здесь, то идут... Видите, идут одни хорошие карты. Как болезнь, она как разрушается. Заканчивается, окончание. Потому что высшие силы рядом. Я же смотрю тоже как бы и все. Давайте посмотрим итог всей недели. Ну, карта маг. Как же нам без этого, да? Луна, маг, смерть. И карта Иерофант на месте. Вот могу здесь сказать так, на следующей неделе, знаете как? Здесь, может, что-то влияло на ваше здоровье. У кого-то это проиграется. Возможно, и по магии тут, знаете, как по луне тайно забирали. Тут вмешиваются высшие силы. И это все заканчивается, карта смерти. А итог всей недели, вы знаете, вам дадутся какие-то все ключи для решения ваших вот этих каких-то скрытых моментов. Как в магии, если магия была, то завершение этих ваших тайн, каких-то соперниц, каких-то наблюдений, окончание карты смерть. Давайте рассмотрим карту маг. Итог всей недели. Смотрите, выходит и здесь карта маг. Ну, могу сказать так. Здесь у кого-то вот по луне из-за мужчины подвешенное состояние. Да, возможно, здесь магическое воздействие. Смотрите, может быть. Может быть, как ваш дом. Либо сам мужчина почему-то здесь идет. Мужчина, и вот, знаете, с такими... Либо здесь на мужчине
Возможно, вот и луна, вот эта тайна, там наблюдение женщины, да, какой-то третьего лица. Какие-то известия в ваш дом идут. Знаете, тут идет по магии, вот, по-видимому, вот эта защита высших сил, итог всей недели. Здесь разрушение вашего какого-то одиночества, кого-то, подвешенного состояния. Я говорю, вот окончание, потому что, смотрите, идет влюбленные. Туз мечей и опять карта маг выпадает. Смотрите, да, колода. Колода огромная карта. Здесь как обратно идет. Вот если здесь разрушали вашу любовь, ваши отношения в Мише, вот следующей неделе она какой-то будет решающей. И кто-то поплатится за эту, вот, за эту магию. Против вас, против вашей любви. Вот по этой луне, да? Потому что все, здесь иерофант. Влияние извне. Здесь уже иерофант, он не дает. Все, окончание вот этой вот магии. Смотрите, видите, двойка кубков. Ждет вас любовь с мужчиной. После каких-то долгих, возможно, у кого-то очень долгие переживания. Но за магию получит кто-то здесь однозначно. Давайте я сейчас посмотрю. Да, это не ваши тут ключи, ваши возможности. Но, в принципе, тоже используйте все возможности. Кому-то совет здесь почиститься, да, и пойдет вот эта обратная реакция. Сейчас я возьму, посмотрим карту маг. Возьмем раку. Есть, есть темная энергия. Видите, луна, смерть. Маг, окончание вот этих тайн, окончание какой-то неопределенности, неясности. Я говорю, если кто-то влиял на здоровье, на ваше, тоже все заканчивается. Здоровьем здесь изменения идут в лучшую сторону по карте иерофанта. И окончание, смерть вот этой магии. Так, давайте я посмотрю, что вот здесь магия. Клевер, мужчина. Я говорю, на отношения, понимаете? Вот у кого-то была вот эта тайна, она... Это все то, что окутывало вот мужчину, вас, оно как заканчивается, ваши семейные отношения, ваша, как сказать, личную вообще жизнь, да, сферу вашей личной жизни. Возможно, у кого-то были ограничения в личном, какое-то родовое, может быть, что-то, знаете, общение с мужчинами. Вот смотрите, как следующая неделя, она будет решающей. Помощь. Видите, слезы, манипуляция, все это останавливается. Вот я говорю, что-то заканчивается следующая неделя однозначно. Видите, карта ведьмы, все, кто-то остановит вот это вот по луне наблюдение, стоп. Сейчас еще размешаю. Из-за чего вот у вас с мужчиной были проблемы, да, из-за чего вы очень долго плакали. Вот кто манипулировал вами. Темный человек по луне. Это возможно, ну все, здесь окончание смерти этой магии. Стоп, и здесь карта стоп. Все, останавливает высшие силы. Видите, тайна. Вот как откроется эта тайна. Все это дело с тайной. Вот она, луна. Смотрите, вы как поймете, то ли забота какая-то ваша, любовь вернется в вашей жизни. Вы как прозреваете, и все это по справедливости. Вот смотрите, есть человек, я говорю, тут могут быть кто угодно, это может быть соперница, могут быть родственники, могут быть близкие родственники, но прозрение по справедливости. Вот окончание вот этой вот энергии общей недели, итог, окончание, заканчивание смерти вашей вот этой магии, вот этим, этой ведьме, которая вот как-то следующая неделя, она будет решающей в вашей жизни. Давайте совет вам, дьявол, ну совсем хорошо. Вот эта неделька, да? Дьявол, кто-то здесь действительно по дьяволу, да? Магия, смерть, дьявол. Вот окончание, если вот так смотреть, то, конечно, энергия темная, да? Но здесь карта иерофанта, она перекрывает. И поэтому я говорю, на следующей неделе будьте умерены в своих желаниях.
что касается праздников, каких-то гуляний, там еще чего-то. Ну, вот как-то вот так оно идет. Сейчас мы посмотрим. Магия по делу, возможно, черное, окончание черной вот этой магии. Совет вам, дьявол, что здесь посоветует? Хотела Ленорман взять, но... Смотрите, окончание, опять смерть идет, выходит, и уход. Окончание вот этой дьявольской энергии какой-то в вашей жизни, магической энергии, черной какой-то магии, каких-то вот этих пут, каких-то оков, незнания, куда двигаться. Карта смерти выходит здесь второй раз. Я еще все-таки посмотрю. Сейчас возьму Ленорман, раз мне так захотелось, то... Видите, какая сложная неделя следующая. Но слава богу, это все заканчивается. Это все заканчивается. Я возьму сейчас Ленорман и посмотрим. Здесь показывают то же самое. Смотрите. Было благополучие, перекрыли его вам. Перекрыли как какое-то исполнение, перекрыли как дороги, да, этими тучами. Этот период у вас завершается, препятствие и коса. Смотрите, уходит карта букеты рыбы. Было благополучие, и вы его себе возвращаете. Уйдет вот эта, уйдет плохая энергия. У вас открываются дороги. Судьбоносная какая-то ситуация, вот. С человеком, возможно, говорю, с человеком, который казался вам когда-то другом. Очищение и солнце. Вы выходите, понимаете, из каких-то дьявольских пут здесь. Могу сказать так. Вот это следующая неделя. Очень хорошо, что здесь выпал иерофант именно. Император иерофант. Это, знаете, сам Бог как с вами показывает, вот так, если смотреть, император иерофант. Вот защита его Бога, и вот это все, оно все заканчивается. Прозрение. Вы понимаете, кто это был человек? Смотрите, прозрение, злость и предатель. Смотрите, как ложатся карты. У вас открываются дороги. По справедливости и ваши отношения, ваша личная жизнь, ваша, вот я говорю, луна, вот она. Понимаете, вот эта луна вам, узнаете какую-то тайну, что-то вот, ну, здесь очень сильная энергетика, именно энергетика ваших отношений. Кто вмешивался, кто, кого злила вот эта ваша любовь, кто не давал, кто за спиной, понимаете, держал вот этот нож, ну, вот, жмет руку, а за спиной, видите, какой нож. Вот она. По справедливости вы прозреваете, узнаете, кто мешал вашим отношениям, кто мешал вашей личной жизни.